Мисс Вселенная 2018. Кыргызстанка Бегимай не победила, но достойно представила страну. В Бангкоке, Таиланд, прошел финал конкурса «Мисс Вселенная 2018». В конкурсе участвовали 94 страны. Бегимай Карыбекова впервые представила Кыргызстан на этом конкурсе. Как сообщает РИА Новости, полуфиналистом конкурса «Мисс Вселенная» от Европейского региона стали участницы из Польши, Бельгии, Великобритании, Венгрии и Ирландии. От Северной и Южной Америки в полуфинал вышли участницы из Кюрасао, Коста-Рика, Канада, Пуэрто-Рико и Ямайка. Финальные мероприятия конкурса начались утром в понедельник в Бангкоке. Жюри, состоящее в этот раз исключительно из женщин, отбирало в полуфинал Мисс Вселенной по 5 представительниц от 3 регионов – Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной и Северной Америки и Европы. К сожалению, кыргызстанка не пробилась в топ-5, но достойно представила нашу страну. Победила в 67-м международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная 2018» представительница Филиппин Катриона Грей. Второе место в конкурсе заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес. Возле Белого дома два митинга. Требуют трансформации земли и остановить снос. Возле Белого дома проходят сразу два митинга. Владельцы участков Военно-Антоновки просят провести их трансформацию, а жители столичной улицы Профсоюзной остановить снос домов. «Мы купили участки, есть красные книги, но мы не можем ничего построить, нам не дают разрешения. Мы просим провести трансформацию земли. Мы уважаем закон, ждали принятия закона о трансформации, поэтому остались ни с чем». Рядом дали разрешение на трансформацию. Осталось только два контура незарегистрированных. Мы даже ограждений не можем поставить, рассказали владельцы. А жители улицы Профсоюзной требуют остановить снос домов. Когда люди строили дома, они никому не мешали. Когда закончили, вдруг понадобилась земля. Люди уезжали на заработки. Более 10 лет строили, а сейчас зимой сносят, рассказали они. Они предполагают, что на участках построят стоянку или какой-то бизнес. Сносят всего 3 дома. Получается, интересы бизнеса важнее людей, интересуются митингующие.